А мне нет дела до твоего дела. Мне-то нет дела. У всех людей есть дела. А я ребенок. Не говори чушь. Ты человек и должен жить по-человечески. А вдруг ты зато попадешь на остров Океан? Остров! Как здорово! А как же ты там проживешь без повара, без няни? А я найду кого-нибудь. Ну, хорошо бы кого-то. Но мы же знаем, что это за остров, что это за остров, что это за остров. Не обитаем! То есть абсолютно подушки не вырастет ни одной травки. А я на травке буду спать. Простучишься на травке. А я люблю ложить костер. Но мы же знаем, что это остров, что это остров, что это остров не обитаем. То есть совсем не обитаем, да? То есть абсолютно. Никто на помощь не придет, ни друг не разобудет. Никто не знает ничего. Я могу в огне. А я пойду в такой. И что же дальше будет? Ты распахнешь лед по сосне, а трахнешь по воде. Грибы и орехи собирать умеешь? Я не умею. А ты где дело, бежать и спишь? Я не успею. Не спасем, не спасем. Ну как же мы его спасем? Ведь мы же знаем, что этот остров не обитаем. Ты сидишь на берегу, тебе тепло и скучно. Сидишь себе, удишь, не по дню, а по часам. Ну почему? Почему? Да потому что, да потому что, да потому что ты никогда и ничего не сделаешь.